в связи с тем, что если раньше было за нормы, за 5 лет мы считали, что 3 года получались очень хорошие, один год был такой средний, один год был засушливый, то в последние годы получается 4 года засушливых и один год более-менее. Но в этом году мы имеем запас набранной влаги в метровом слое. Значит, за наблюдения, которые у нас ведутся, за последние 50 лет столько влаги в зимний период мы никогда не набирали. Это способствовало тому, что в зимний период было обильное выпадание снегов. Это одна тенденция. Вторая, что земля в этом году промерзла не более 10-15 сантиметров. Вся влага, которая была получена от снегов и дождей, она, в принципе, пропитала землю. Значит, при норме метрового слоя продуктивной влаги 154 мм мы на сегодняшний день имеем запас в метровом слое продуктивной влаги 160 мм. Это очень хороший запас. И сделан фундамент для того, чтобы те культуры, которые засеяны озимым клином, сейчас яровые, значит, старт для роста этих культур есть. Предпосылки для того, чтобы получить хороший урожай, значит, с осенне-зимнего периода они есть. Там есть целый цикл для того, чтобы получить хороший урожай. Все технологические процессы, которые предполагают получение хорошего урожая, значит, они соблюдаются. Семена яровых, семена озимых культур у нас все кондиционные семена. Значит, в настоящее время ведутся подкормка озимого клина яровых, значит, удобрениями. Значит, проводятся все технологические операции для того, чтобы получить те плановые цифры, которые каждый экономический агент запланировал себе на этот год. Спасибо. И короткий вопрос, насколько вот эти температуры повлияют дальше на урожай? Значит, те температуры, которые мы имеем за последние 2-3 дня, значит, мы буквально сегодня с утра выехали по просьбе некоторых экономических агентов. Значит, конкретные результаты мы буквально будем иметь через пару дней, но температурный режим, который, к счастью нашему, был у нас, отрицательная температура падала до минус 10 градусов, я думаю, что, значит, будут какие-то отрицательные последствия. На садах и на виноградниках пока почки не распустились, поэтому мы... Тревогу вызывают только те посевы ранних яровых, которые были посеяны 10-12 дней назад, которые уже, скажем так, возможно, где-то были всходы. Но это, мы еще раз говорю, через 2 дня будет ясная картина, но больших последствий отрицательно мы не ожидаем.